2 мая 17 год, Харьков, станция метро Героев труда. И как я уже говорил, правильнее было бы назвать героев перманентного труда. Просто не помню времени, чтобы здесь не ремонтировалось что-то, не строилось, не расширялось, не перестраивалось. Да. Решил я поснимать, узнал, что не так давно узнал, что в Харькове, оказывается, есть 12 официальных символов города. И не нашел ни одного повода это дело не поснимать. Так что иду в центр.